народный вокальный ансамбль «Ладица», руководитель Светлана Сорокина, концертмейстер Николай Некрасов, Свердловская область. Прозвучит уральская народная песня в обработке Владимира Горячих «Из-за синих гор» и лирическая песня Оренбургской области «Закатилось красное солнышко». Озер и рудных скал, здесь горы синие, реки синие, и в синих отцветах металл. Кругом тайга берет отсюда начало изумрудный цвет, а зеленее изумруда ни дерева, ни камня нет. По красоте, по скрытой силе, мне не с чем мой Урал сравнить. Иной здесь видится Россия, суровее, строже может быть. И лица те же, что в Рязани, и так же звучные имена, как солнце в драгоценной грани, в Урале Русь отражена. Счетный подлинный.
стал, как...